По 17 годам, возрасту, с которого в России разрешена продажа сигарет, многие подростки успевают уже бросить курить, а кого-то пагубная привычка затягивает на долгие годы. Доказать курильщику, что его здоровье под угрозой, бывает непросто. Анжелика Королева посмотрела, как проверяют самочувствие рязанских студентов, а заодно на живых примерах показывают вред неправильного образа жизни. Показатели сердечного ритма, кого исследовали, показатели достаточно хорошие. И студенты, нужно сказать, здоровы именно по показателям, по этим показаниям, которые мы дали. Объем легких здорового мужчины около 5 литров, женщины около 3. У курящих эти показатели сильно снижены, а значит, велик риск развития заболеваний дыхательных путей. Это не просто слова и социальные брошюры. Медики на конкретных примерах показывают, как желание стать своим в компании курильщиков может привести к тому, что своим себя почувствуешь уже в компании пациентов в больнице. Чтобы он посмотрел, сам убедился, влияет ли среда, в которой он находится. Допустим, если вдруг у него курит, да, а он с ним постоянно рядом и дышит. Сколько этого карбоксигемоглобина, сколько этого газа у него находится в его легких, чтобы немножко задумался ребенок. Медицинская акция проходит в танкостроительном колледже. Свое здоровье уже проверили медицинский и педагогический. На очереди и остальные СУЗы. Название акции говорит само за себя. Здоровье в профессии. Дальше ребята уже понимают, что в перспективе работодатель не будет держать человека, имеющего большой букет каких-то заболеваний хронических. И поэтому ребята уже понимают свою будущую роль в этой жизни. Стараются тем или иным способом заболевания свои лечить, корректировать. Померить давление, проверить работу легких и сердца. Медики в танкостроительном колледже говорят, по сравнению с прошлым годом, заболевания вы гораздо меньше. Главное – вовремя выявить предрасположенность к определенным заболеваниям. Под пристальный присмотр медиков попадают студенты первого и второго курса. Как правило, в этом возрасте подростки стремятся стать взрослыми. Стресс, курение, переедание приводят к тому, что 17-летние страдают от ожирения и болезней легких. Лучше всего обратиться в центр здоровья у себя по месту жительства. Либо, если детский центр, он один, он на всю Рязань, да? Либо, если уже ребенок взрослый, то есть после 18 лет, то в свой центр здоровья. Вот, и провести просто бесплатно обследование на объем педантиметрии. То есть посмотреть жировую массу, мышечную массу, костную массу. По результатам обследований медики дают советы, стоит ли обращаться за более подробным исследованием. Ведь избавиться от причин многих хронических заболеваний проще на первом курсе, чем уже устроившись на работу, постоянно брать больничные. Анжелика Королева, Артем Королев, Вести Рязань.